Третий корпус 17-й школы в Трехгорке, рассчитанный на 1350 мест, должен был открыться только в сентябре этого года. Но губернатор поставил застройщику задачу ввести учебное заведение в эксплуатацию в начале 2020-го. Большая президентская программа реализуется в Подмосковье, и эта школа тоже построена по национальному проекту. Наша задача в 2020 году сдать порядка 30-35 школ. Это очень масштабное строительство. Мы заложили эти школы практически уже год назад, в марте 2019 года. Часть из них будет построена и сдана в этом году. В новом здании уже начались занятия в 6 начальных классах. И это только начало. Запись ведется постоянно. Приходят новые мальчишки и девчонки. Учиться в современном заведении мечтают многие. Тем более в шаговой доступности от дома. Приятный момент, когда просыпаешься и понимаешь, что твой ребенок может пойти в современную комфортную школу, а не нужно вести его за 3-9 земель или ждать очереди, чтобы устроиться в эту школу. В полную силу школа заработает с нового учебного года. Здесь уже обустроили лаборатории и мастерские, столовую, спортзал, актовый зал на 330 мест, библиотеку, медпункт. На прилегающей территории появится физкультурно-спортивная зона и зона отдыха. Конечно, большое внимание уделяем учителям. Для нас стратегически важно, чтобы каждая школа давала высокие знания. Мы сегодня находимся высоко в рейтинге российских регионов по образованию. Мы вторые, мы с Москвой лидеры. Но задача, которая стоит перед нами, дальше улучшать образование. И здесь нам нужно большую работу провести с педагогическим составом. Сегодня мы будем разговаривать о том, как сделать так, чтобы знания получали дети в каждой школе высокого уровня. При подготовке к открытию особое внимание уделялось подбору преподавателей. С нового учебного года планируется набрать 54 учебных класса. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».